Здравствуйте, меня зовут Питер Хокли, я евангелист Библейской церкви Оксфорда. Я очень рад, что вы присоединились к нам сегодня. Мы снимаем эту программу в преддверии Пасхи или, как мы любим ее называть, День Воскресения. Возможно, вы будете смотреть эту программу в другое время, но у нас сейчас осталось всего несколько дней до празднования того, что Иисус Христос сделал для нас две тысячи лет назад в Страстную пятницу, когда он был прибит к кресту, чтобы заплатить за наши грехи. Мы называем эту пятницу хорошей, потому что за ней следует единственное в своем роде воскресение, когда гроб открылся и камень был отодвинут. Так его последователи узнали, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И мне выпала честь поделиться с вами благой вестью о Христе и том, что Он сделал для нас 2000 лет назад. Моя сегодняшняя проповедь называется «Все новое», а основанием для нее стала 21 глава книги Откровения. Итак, если у вас есть Библия, то присоединяйтесь ко мне. Это Откровение, 21 глава, с первого стиха. Давайте посмотрим и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежние земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «А вот, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло и сказал сидящий на престоле, «А вот, творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось. Я из Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Эти слова были записаны для нас апостолом Иоанном который в подростковом возрасте, или когда ему было немного за 20, был рыбаком на Галилейском море. Он работал вместе с братом Иаковым и отцом Зевидеем. Он так бы и прожил всю свою жизнь как рыбак, но он повстречал того, кто изменил его жизнь Иисуса из Назарета. Иисус позвал Иоанна, Его брата и других ребят последовать за ним в качестве ловцов людей. Прошло более шести. Лет. Все остальные апостолы были уже убиты, и остался только Иоанн. А когда ему было уже за 80, его сослали на греческий остров Патмос. Именно здесь он получил видения, записанные в книге Откровения. Что же такое увидел Иоанн? Он видел войны и разрушения, голод и мор. Он видел землю, переполненную насилием, хаосом и всякого рода злом. Он видел убийство верующих в Иисуса Христа. Но, слава Богу, это не конец истории. Как мы знаем, Иоанн также увидел новую землю и новое небо. Новый мир, где нет больше печали, страданий и боли. Он видел осуществление того, что записано в 45-м псалме 10 стихе. Он прекратил брани до края земли сокрушил лук и переломил копье. Колесница сжег огнем. Вы только представьте, больше никакого оружия, никаких танков и боеголовок, никакого кровопролития и насилия, никаких конфликтов по всему миру. Настоящий мир на земле. Это буквально небеса на земле. Даже смерти больше нет, и Всемогущий Бог приходит во всем своем величии, во всей своей славе, чтобы жить все вместе с людьми. Он объявляет, что с того момента и навсегда он поселится и будет жить с людьми. А также со своего престола Бог заявляет, вот я творю все новое. Если что-то и в силах ободрит нас сегодня, так это эти слова, обещания от Бога. Он желает, чтобы мы услышали их. Он говорит, внимание, послушайте, обратите внимание. Посмотрите, я творю все новое. Последнее слово не будет за тьмой или за отчаянием. Трагедия не одержит победу. Все, что мы видим вокруг и в мире, катастрофы в разных странах, насилие в обществе, этим все не закончится. Коронавирус не устоит перед Господом и Его Словом. Экономического кризиса, который наблюдается по всему миру, не будет там, куда мы идем. Все плохое, что распадается на части, все, что кажется разрушенным и уничтоженным, раз и навсегда, Бог говорит, просто смотрите, что я со всем этим сделаю. Я хочу и могу, и ничто не помешает мне сделать это. Смотрите, я творю все новое. Я хочу, чтобы мы рассмотрели сегодня три весьма простых пункта. Во-первых, Бог создал все. В Бытии 1 главе, первом стихе сказано, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бог создал все это. Это была не случайность. В появлении нашей Вселенной не было ничего случайного. Она появилась в результате намеренных действий всемогущего и вечного Бога. В Евангелии от Иоанна, 1 главе 3 стихе сказано, ⁇ Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. ⁇ все было создано им. Нет ничего, к чему бы он не приложил свою руку. Каждая травинка, каждый камень, каждая гора, каждая капля воды, каждое живое существо на земле, от малейшего насекомого до нас с вами. Ничто из этого не появилось без его вмешательства. О а послании к евреям, 3 главе, 4 стихе сказано, «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устрою «Все есть Бог». Да, все здания, что мы видим вокруг, были кем-то построены. Все статуи были вылеплены человеческими руками. Все картины были нарисованы кем-то. Но не нужно приписывать все заслуги только себе, потому что все материалы, которыми мы пользуемся, воображение, в котором рождаются идеи, навыки для выполнения всего этого. Все это было дано Богом. А вы знали, что обо всех открытиях человечества Господь знал заранее? От Него ничего не сокрыто, никакие знания, никакая информация. Все это Он дал нам, чтобы мы это обнаружили а из всего, что Бог создал, из всего, что Он принес в этот мир, Его шедевром, венцом Его творения являемся мы с вами. В Бытии 1 главе 26 стихе сказано, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. 27 стих. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их по своему образу и подобию. Это означает, что мы похожи на Него больше, чем что-либо во Вселенной. Мы можем знать Его и общаться с Ним больше, чем любое другое создание. Псалом 138, 13 и 14 стихи. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». «А ваша душа» сознает это. Вы задумывались над тем, что каждая часть вас так удивительно устроена. Все в гармонии. Мышцы, ткани, кости, все микрочастицы, все химические и биологические процессы. В то же самое время в этом теле обитает душа, нематериальная и невидимая, искра жизни, полная эмоций, мыслей мечтаний и желаний, стремлений к счастью, желаний иметь друзей, иметь общение и любить. Да, вы устроены удивительно, восхитительно и поразительно. Вы не результат эволюции или последствия череды каких-то случайностей, которые так удачно все сложили вместе. Нет, мы с вами вылеплены и с нежностью сформированы руками всемогущего Бога, который создал нас намеренно и с любовью, и Он вдохнул в нас жизнь из Своего собственного Духа. Но зачем Бог это сделал? Зачем Он создал эту вселенную? Об этом написано в послании к Колосинам, 1 главе, 16 стихе. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им для него создано». Он сделал все это для себя. Не потому, что так было нужно, а просто потому, что ему так захотелось. Это был его выбор. В Откровении 4.4 сказано, Ибо Ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. То есть вы, друг мой, появились по Его воле. Никто из нас не является случайностью или свободной единицей. Все мы были созданы, и у нас есть свои уникальные черты и качества. Все это было желанием Бога и воплощением этого желания. Это означает, что мы ценны и значимые, потому что Он присвоил нам ценность и значимость. Она появляется у нас не от наших дел или достижений. Мы уже имеем ее благодаря тому факту, что мы созданы Богом по его образу и подобию. У вашего появления на этой земле есть причина и цель, но ее можно понять только в свете того, кто вас создал для себя. Да, Бог создал все, но есть одна проблема, и это наш пункт номер два. Человек все испортил. Бог все создал, а человек все испортил. В Бытии написано, что Бог посмотрел на все, что Он создал, и увидел, что все было весьма хорошо. И хотя сейчас в мире еще много красоты, указывающей на Божественного Творца, Всем также очевидно, что мир не такой, как должен быть. Видно, что в супе жизни плавает муха. Видно, что есть какая-то инфекция, поразившая весь этот мир и сделавшая его не таким хорошим, как он был изначально. Как написал Джон Мильтон более 150 лет назад, рай потерян. И мне не нужно это больше объяснять, потому что это очевидно. Нужно просто открыть свои глаза и уши, и вы сами все увидите и услышите. Но как так получилось? Многие люди спрашивают. Если Бог есть, так почему в мире так много зла? Мы читали, как в Бытии первой главе Бог говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. А затем добавляет: и до владычествуют они. То есть пусть у них будет власть и контроль. Иными словами, Бог дал нам ключи от этой земли, на которой мы живем. В 113-м псалме 24 стихе сказано, Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Бог подарил этот мир нам. Он доверил Его нашей заботе. Но очень скоро мы разрушили этот мир и самих себя. В самом начале мы читали, как Бог говорит, что Его обитель, Его место жительства среди людей, и это не решение, к которому Он придет в будущем, или желание, которое возникнет у Него со временем. Так должно было быть всегда. Бог создал нас для общения и духовного единения с Ним. Мы не были созданы, чтобы существовать вдали и отдельно от Своего Создателя. Но именно так мы сделали. Человек поверил лжи сатаны, что мы можем пойти по своему пути и стать своими богами, но очевидно, что это не сработало. У Исаи говорится, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Мы разбрелись, как овцы, и пошли своим путем, Тут сказано, что так сделали не некоторые, а все. Все мы отвернулись от источника жизни, света и доброты и навлекли на себя смерть, тьму и зло. Грехопадение человеком опустошило человека полностью, и все проблемы, которые мы видим в мире и в обществе, являются результатом нашего отделения от Бога. Мы сами навлекли на себя все эти беды. Все зло, насилие, ненависть, гордость, жадность, зависть и несправедливость являются результатом отвержения Богом. Чем сильнее мы отдаляемся от Бога, тем глубже мы опускаемся в эту яму. В притчах 3 главе 17 стихе говорится о Божьей мудрости, что пути ее пути приятны, и все стези ее мирные. С Богом мы должны были иметь приятности мир. Но мы оставили его и пытались прийти к этим вещам сами. Но у нас ничего не вышло. И это ужасная новость. Потому что Бог сказал, что не собирается оправдывать невиновного. Римлянам 3.23. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Евреям 9.27 «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». 1 Петра 4.5 «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». И Иеремия 16.17 «Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих». Исайя 3.13. «Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы». Он будет судить народы. Вот это предсказание. Итак, Бог создал все, человек все испортил, и Бог спросит с нас за это. Каждый из нас предстанет перед его судом. Возможно, вы смотрите нас сейчас, и вы все еще далеки от Бога. Вы отдалились и отстранились от Него. Хочу сказать вам с любовью и с трепетом, друг мой что вам не поздоровится, если вы останетесь в том же положении. Не хочу больше говорить на эту тему, и слава Богу, что мне не нужно этого делать. Наша история не должна закончиться именно так. Итак, Бог все создал, человек все испортил, и пункт номер три. Бог может и сделает все новое. Слава Ему. На самом деле здесь сказано, что Бог все сделает новым, а не создаст все заново. Это большая разница. okay Да, Бог имеет право взять всю эту вселенную за наши грехи против Него, выбросить нас, как сжатую бумажку, в свой небесный мусорник. Он мог бы разорвать нас за наши грехи всех одним махом. Как я уже сказал, это было бы весьма справедливо с его стороны. Но у Исаия в 30 главе, в 18 стихе сказано, «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды. Блаженны все, уповающие на Него. Бог желает проявить к Вам милость, и у Него нет идеи смести разбитые кусочки в мусор и выбросить их. Он может собрать их и снова сделать их целыми. Несмотря на всю испорченность, разбитость и все наши проступки перед Ним, Он все еще способен сказать, «Вот, я творю все новое». Но как такое возможно? Только благодаря Иисусу Христу и Голговскому кресту. Тот же Бог, который вначале создал все. Тот же Бог, который создал нас по своему образу и подобию. Облегся в наш образ. Две тысячи лет назад Он стал кровью и плотью и пришел к нам в этот мир. Иисус Христос это Бог во плоти. Он пришел к нам, несмотря на нашу испорченность. В послании к римлянам 5 главе, 8 стихе сказано, но Бог, свою любовь к нам, доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да, Его смерть на кресте была демонстрацией любви. Когда Иисус был пригвожден к тому кресту, Он взял на себя все грехи мира, грехи всего человечества. Он умер за каждого из нас, за каждого из нас в отдельности. Мы были разбитыми, ранеными и потерянными, но Он умер за нас. Второе послание к Коринфянам 5, глава 21 стих. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Мы уже читали, что пророк Исаия сравнил нас с овцами, которые разбрелись и пошли своими путями. Но там же сказано, и Господь возложил на Него, то есть на Христа, грехи всех нас. Иисус отдал Себя за нас. Он отдал Свою жизнь на кресте в искупление за нас. Наши грехи были возложены на Него. И Он был осужден за наш бунт против Отца. Невинный был осужден за виновных. Святой за несвятых, праведный за неправедных. И он выпил чашу гнева Божьего до последней капли. Он принял смерть. Сказано, что с креста его сняли мертвым, а в гроб положили безжизненное тело. Но слава Богу, смерть не смогла сдержать его. Могила не могла удержать его. И на третий день он воскрес. И теперь тот, кто однажды был мертв, жив навсегда, в его руках ключи от смерти и ада. Он имеет власть прощать грехи, очищать, исцелять и восстанавливать разбитое, а также давать новое сердце и новое начало всем, кто приходит к Нему. Он был сломлен за нас, чтобы через его страдания за наши грехи мы могли иметь прощение и снова стать целостными. Я уверен, что многие из смотрящих нас сейчас могут сказать на все это ⁇ Аминь ⁇ вы скажете, «Моя жизнь была в руинах, но этот добрый Назарянин взял меня в том состоянии и сделал меня целостным». В Японии есть искусство под названием кинцуги. Когда разбивается какое-то керамическое изделие, тарелка, миска или чашка, его не выбрасывают как мусор, а с любовью и деликатностью. Собирают вместе все осколки и склеивают их вместе с помощью клея и прекрасной золотой краски. И в конечном результате получаются удивительные чашки и тарелки. По всей их поверхности проходят такие прекрасные золотые линии. Сейчас такая чаша на вашем экране. Такие изделия считаются очень дорогими и ценными. Они становятся еще ценнее, чем до того, как они были разбиты. Такая реставрация или восстановление с любовью и с золотыми линиями символизирует всю их ценность. Иисус Христос может провести такую же прекрасную работу с теми, кто приходит к Нему. Он настоящий мастер кинцуги. Он способен провести над ними такую чудесную реставрацию. Он работает не с керамикой, а с чем-то еще более ценным и деликатным, с человеческим сердцем и человеческой жизнью. Бог не боится сломленных людей. Он не сторонится их. Его не пугает и не озадачивает все то, что с нами происходит, даже самые большие катастрофы в мире. Нет ничего, что крест не мог бы исправиться. Нет ничего, что Иисус не мог бы собрать вместе. Второе послание Коринфянам 5.17. Вы знаете это место. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Да, когда мы во Христе, когда мы подчиняемся Ему, все становится новым, вся наша жизнь меняется и становится новой. А послание к римлянам 10.10 .10 провозглашает, что если устами нашими мы будем исповедовать Иисуса Господом и сердцем нашим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасемся, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. А в 13 стихе этой же главы сказано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Что значит, что Бог спасет нас? А это значит, что Бог отремонтирует нас. Он может сделать это. Он может собрать вместе все ваши осколки и убрать весь тот вред, который вы причиняли себе годами, а также тот вред, который причиняли вам другие. Бог может залечить все раны из вашего прошлого, потому что Иисус исцеляет разбитые сердца. Но Бог не только отремонтирует, но и восстановит вас. Он восстановит правильные отношения между Ним и вами. Сделает их такими, какими они должны были быть. С Богом вы обретете приятность и мир. Все это будет вашим, если вы придете к Нему во имя Иисуса. Вы получите также надежду в этом мрачном и нестабильном мире. Но даже посреди такой неопределенности есть надежда, и она обретается в Иисусе. Бог восстановит нас, простив нам все наши грехи. И очистив нас от всех наших беззаконий, совершенных против Него, Он даст нам новую жизнь, а еще Бог даст нам новые имена, новую идентичность, новую суть, новое начало и новую жизнь. Мы уже будем не мертвыми, а живыми. Мы уже не потерянные, а найденные. Мы уже не пустые, а наполненные. Мы уже не раздавленные, а приподнятые. Мы уже не разбитые, а целостные. Мы уже не чужие Богу, а Его сыновья и дочери. Мы — Его дети. Он поселяется в нашем сердце и готовит нам вечный дом рядом с Ним на небесах. У нас осталось не так много времени, и я хотел бы, чтобы вы внимательно взвесили все, что я вам сказал сегодня. Если то, что я изложил вам правда, то крайне важно, что чтобы вы как-то отреагировали на это. В самом начале программы мы читали, как Бог сказал жаждущему, дам даром от источника воды живой. Вот что от вас требуется, жажда или желание и Бог даст воду жизни, прощение, восстановление и надежды всем жаждущим. Ваша самая главная задача — это не выполнить огромный список религиозных ритуалов и религиозных правил. На самом деле, вам нужно не больше денег на счету. Ну, конечно же, это всегда прекрасно, но этого недостаточно. Не это нужно вашему сердцу. Вам нужно не прекрасное образование, которое может дать вам широкие возможности. Но этого недостаточно, чтобы перейти в следующий мир. Вам нужна жажда. Осознание того, что вы нуждаетесь во Христе Иисусе. Вам нужен духовный голод по Христу. Если вы придете к Нему и призовете его имя, Он примет вас, потому что Он сам сказал, смотри, я творю все новое.